Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Стрепуха. Сегодня на завтрак приготовим яйцо пашот двумя способами. О яйце пашот узнал уже давно, но никогда не готовил. Всегда считал, что это сложно. Ну, попробуем приготовить сейчас двумя способами. Для начала надо вскипятить воду. Разные способы я видел в интернете, но все-таки остановился на двух. В кипящую воду надо налить немножко уксуса. Вот столовой ложки, я думаю, хватит. Ждем, когда закипит вода. Так, вот вода у нас закипела. В этот момент надо воду раскрутить, чтобы получилась воронка. И в этот момент надо разбить туда яйцо. Оп. Варим еще пару-тройку минут, и яйцо готово. Достаем наше яйцо и выкладываем. Так, и выкладываем яйцо на блюдо. Так, добавим еще пару помидорчиков. Вот такая вот красота. Так, теперь делаем яйцо пашот вторым способом. Для этого нам понадобится пленка. Берем кусочек, чтобы у нас закрылось блюдце. Так. Вот, я думаю, хватит. Эту пленочку надо немножко промазать подсолнечным маслом, чтобы яйцо потом легко у нас отделилось от этой пленки. Накрываем, ну и делаем такую выемку. Берем яйцо, хоп, и теперь надо здесь вот перехватить слегка, ну, любым подручным способом. Следующий этап — это этап, собственно, варки. Так, включаем плиту и кипятим воду. Так, вот вода у нас закипает. Немножко убавим, чтобы не было такого бурления. И опускаем туда яйцо. Вот видите, белок уже начинает схватываться. Опять же, проварить надо минуты 3. Ставим таймер на 3 минутки. Так, пока яйцо варится, поджарим бекон. Чтобы завтрак у нас был полноценный. А полноценный завтрак — это яйцо и бекон. Немножко масла. Разогреваем сковородочку. И выкладываем кусочки бекона. Бекончик надо обжарить с обоих сторон. Яйцо у нас сварилось. Достаем его. Так, начинаем сервировать блюдо. Листик салата, помидорчик. Так. Теперь распаковываем яйцо.
Смотрите, как красиво. Бекон у нас тоже поджарился. Сейчас надо немножко, чтобы он отдал жир на салфеточку, чтобы не такой жирный был. Чуть-чуть его промокнем. Добавляем бекон к нашему блюду. Вот, отличный, по-моему, завтрак получился. Сейчас пойду будить свою дочку в школу. Ну, а вы, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного аппетита!